Всем привет! Вы на канале Антонина Абрамкина. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, заходите в плейлисты, смотрите таро-прогноз и путешествуйте с нами. Сегодня 1 июля 2021 года. Мы находимся в Коктебеле. И я хочу вам показать набережную, берег, насколько все спокойно, никаких штормов, небо ясное, солнечное. Погода замечательная, природа шикарная. Все купаются, отдыхают. Пляж чистый, вода лазурная. Очень комфортно, тепло. Я вот только что искупалась, вылезла из воды. И хочу показать обстановку, какая выглядит на сегодня в Коктебеле. Просто великолепно отдыхать. И вечером мы уже вчера гуляли по набережной. Развлекательные шоу здесь очень красиво. И как для отдыха все, скажем, комфортно. Поэтому не слушайте, если кто там сенсационные какие-то предсказывает с погодой или еще что-то. Здесь просто великолепно все. Я сейчас пройдусь по берегу и покажу вам, что отдыхающие довольны. Вот. Девушка, отдыхается хорошо? Вы так красиво выглядите, мадам. Погода, теплая вода. Вот, это не только мое мнение, а вот эта девушка красивая, так она тоже нам рассказывает. Так что не только я подтверждаю это. Сейчас пройдемся по берегу, и я покажу дальше, как выглядит на сегодняшний день Коктебель. Шикарно. Кафе «Седьмое небо». Сейчас туда посмотрим. Это Сердолик. Сердолик — камень девы. А я как раз дева. Это мое кафе. Сейчас придем кушать сюда. Вот я забежала в кафе «Сердолик». Посмотрите, здесь можно пообедать, покушать. Посмотрите, цены очень приемлемые. Но я не думаю, что сейчас телефон. Я не на камеру снимаю, а на телефон. Ну, по идее, видно вот цены. Мы сейчас придем сюда кушать. Я еще покажу стол, как, что мы выбрали. А вот что можно выбрать. Время уже приближается к обеду. Манты вот выносит. Так, картофельное пюре 50 рублей. Плов 110 рублей. Вот такой аппетитный плов. Рыбка. И салатики, конечно. Вот. Это я забежала в кафе «Сердолик», но мы сейчас сюда придем кушать. И вот как это выглядит. Уютно кафе. Мы вышли из столовой, которую я вам показала. Посмотрите, для отдыха и катамараны, и отплывают корабли пиратские, красивые. На гору Карадаг экскурсии предлагают очень роскошные. До сувенирных палаток дошли, торговля. О, здесь все знаки зодиака можно вот выбрать, и именные. Вот. Монетки. Московская брокколи. Столовая брокколи. Ну, я, конечно, во все столовые забегать уже не буду, но здесь сразу видно меню прямо с улицы. Борщ 57 рублей, лагман, котлеты, плов 90. Здесь, кстати, плов дешевле. Там 110, здесь 95. Дальше посмотрим, что у нас тут красивенько. Мороженое можно купить. Московское.
кафе «Богдан». Я хочу вам показать, что здесь отдыхающих много, все спокойно, без экстримов, и все довольны. Все гуляют. Яхты «Алые паруса». Вот она. По ветру бежит. Вот здесь уже морские прогулки предлагают. На морскую экскурсию, друзья, мы берем билетки. Берегите на «Алые паруса», отправляйтесь на городах «Золотые ворота». Сейчас я покажу. Доброе утро. Здравствуйте, я показываю. Я снимаю видео. Да, смотрите. Рекламу делаю. У меня работают 4 корабля. Это «Грей», «Ассоль», «Секрет» и 3 вот таких ладьи. Все они идут вот сюда, на вулкан Карадаг, это Виссурия. Мы проходим максимально близко все гроты, пещеры, бухты. Капитан вам проводит экскурсию, рассказывает о легендах истории Карадага. Подходим к карте «Золотые ворота», 43 метра высота скалы. Друзья мои, вы получили подробную информацию. Это Коктебель и это набережная Коктебель. Спасибо большое. Геннадий, обращайтесь. Геннадий, обращайтесь. Через 2 часа будете в эфире. Караоке-клуб. Ну, мы сюда вечером вчера приходили. Здесь огненное шоу показывает ребята. Классно. Очень красивые сувениры. ₽150, ₽200. Ну, такие красивенькие вот. Поближе покажу. Есть 400, есть 450. Ну, я уж просто эконом-класс показываю. Ой, ну какая красота. Вот такие сувениры, конечно, домой мы наберем. Это вот отделочная доска, она рабочая. Крым. Видите? Ой, даже шикарно. Ну, это подарок. Подарок 500 рублей. Это даже очень красиво. И внизу еще за 400 рублей. Ой, ну мы обязательно наберем у вас подарки. Ну вот целебный Крым. Лаванда, представляете? Букетик лаванды. Ой, какой аромат. А сколько стоит букетик лаванды? 100 рублей. 100 рублей. Ну вот сейчас лаванду еще купим. Шикарно. А лаванда продается. 100 рублей букетик. Сейчас купим. Сколько? 100 рублей букетик. Сейчас купим. Ну, я себе и Ире, и Юле куплю. Дальше. Мы вот гуляем по набережной, мы уже присматриваем, что купить. Я вам показываю, это насколько здесь комфортно и красиво. Коктебель. 1 июля сегодня, 2021 год. Это днем мы гуляем. Вчера вечерний еще вот не выставила. Интернет, скорость не очень большая была. Экскурсии предлагает экскурсии. Ну, гора, конечно, шикарная. Сейчас развернусь. Это Максимилиан Волошин. Ты станешь мастером. Ну, это мудрые высказывания, когда поймешь, что человек рожден, что выплыть из мира необходимости и разума, вселенную, свободы и любви, тогда лишь ты станешь мастером.
Сувениры, картины с морскими достопримечательностями, пейзажами.